Мы сейчас будем повторять с трех уроков буквы, слова. Вот у нас есть тут четыре фразы, звуки и даже транскрипция некоторых слов. Видишь, да? Готов? Поехали. Стоп. Да. A, B, C просто, да? Не-не-не. Letter A, letter B. Это потом ты будешь говорить A, B, C. Но до тех пор, пока ты не привыкнешь, значит, letter A, sound, K, если это sound, да? Letter A. Ты посмотри, что у тебя на экране. А, a hen. Hen. A hen. Вот так. And H. Договор был у нас только что. G. Нет. Letter H. Letter H. Да, да. Значит, от ваших успехов, достижений, а вас у меня сейчас двое пока, ты, Кирилл, ну, может быть, к вам подключится, подсоединится мой ребенок, мой сын, ну, он, правда, первый класс, ну, ничего, это для первого класса как раз, несмотря на то, что ты третий, да, вот, так как вас у меня сейчас мало, трое, у меня руки не доходят до букв и звуков. Но если вы начнете демонстрировать хорошие результаты, то я тут же начну делать, ну, какую-нибудь простенькую игру для вас. Вы не просто будете называть эти буквы, а здесь, ну, будет какая-нибудь карта, например, и там что-нибудь происходить. Это недолго делать, я имею в виду, в таком простом варианте. Это не совсем прям компьютерная игра. Ну, так, чтобы... Пиксельная. Даже не пиксельная, я не знаю, как это назвать. Вот. Поэтому старайся. От твоего старания будет зависеть, насколько быстро будет эта игра. Она может быть уже на следующем занятии, а может быть через месяц. Понимаешь? Так что это не буква. G. Вспоминай. Letter H. Вот так. Sound B. Шляпка, посмотри. Sound D. Sound R. Sound E. A pen. Так, ну ладно, пусть будет. Как ты произносишь? A pen. Не-не-не-не, я насчет первого звука. A pen. A pen. A pen. A pen. A pen. Ну, хотя бы так. And. A pen. Опять нам a pen попался, да? Letter A. Sound P. Sound E. Ты чуть перетянул. И. 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 Sound H. Нет, неправильно. Это sound E. Sound E. Sound T. Sound E. Sound D. Letter G. A cat. A cup. A cap. Three. Sound N. Sound H. Не. Sound N. N — это буква.
Ты не должен в третьем классе путать буквы и звуки. Название букв и звуки. Это обязательная программа для тебя. То есть сейчас наша задача в первую очередь отработать буквы и звуки, довести их до автоматизма. Это лучше, чем если бы вместо этого мы бы сейчас больше бы работали над фразами, которые ты мог бы все равно не запоминать или делать в них всякие фонетические ошибки. И этим только сделаешь хуже для своего языка, потому что начнешь привыкать произносить определенные звуки неправильно. Вот чтобы этого не было, у нас база. Дальше поехали. Letter, sound, A, U, E, 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 E. Letter R, sound, A, oi, A, E, A, E. Letter O, letter A, letter H, a red, a button the red, a cat, letter N, a pen and a hen, a pen and a hen, a bed. A cat. Letter A. Wait. Sound. J. H. Sound. H. Sound. E. 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 A cup. A bag. Bed. Bat. A bat. A bed. Letter sound D. Letter B sound D. Letter G a head там был. A head. Let sound R. Нет. R. R. Ты много делаешь вибрации, много тактов, Р, а должно быть так, Р, все равно, еще на один такт меньше, Р, 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 вот, еще раз, Р, нет, сейчас перетянул, Р, все равно один лишний, Р, у тебя один раз получилось, Р, 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 слушай внимательно, Р, Р, вот так, еще раз, Р, Р, Ре. 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 Сейчас один такт лишний у тебя был. Ре. 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 Ну, а как ты хотел? Надо тренировать. Ре. 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 Саунд ре. Саунд ре. Ну, хотя бы так, ладно. And. A cat and a rat. A bat and a rat. A hen. A hat. A bat. Sound. H. Х. Sound Х. Ну что, давай добавим еще. Да? Так, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно открыть вот это. Так, буковки вот здесь будем добавлять. Так, и нужно открыть вот это, да? Вот. Так, полетели.
Прилетели, по-моему, вот так. А, давай заодно повторим вот эти упражнения. Please tell me what you see. Это я тебе сказал. Скажи, скажи мне, что ты видишь. Видишь. Tell me what you see. I see one. I see one dog and one gun. Okay. I see one cat and one. I see one cat and one hat. I see one hen and one pig. Так, и вот у нас, значит, четвертое занятие. F, J, M и X. Ты помнишь, какие так что были буквы? F. No? F. M. Нет, вторая была не M. J. J. M, X. M. M. А ты M сказал? Да. И X. X. Так. Точно самое. То, точно самое говорю. То же самое сейчас сделаем со словами. Так, это поставим. Так. Above. Не здесь. Вот мы вот отсюда возьмем. Вот. For, a box, a fox, a bed, a jam. Давай. A box. Ну, было такое там. A box. A box. A fox. A fox. A jam. Ну, я напишу jam, потому что правильно будет jam. И three или four. Four была цифра. Мы ее чуть позже. Где-то одного слова у тебя не хватает. A box, a fox, jam и еще чего? A fox. Fox есть у тебя. Вот, надо поэтому тренировать память. Тренируй память, пока есть такая возможность. Ты только здесь ее со мной можешь тренировать, потому что дома ты сам себя не тренируешь, никто тебя больше не тренирует, в школе твой память тоже вроде не тренирует, правильно? Так, a band. A bed. Только ты тянешь a bed, a bed. A bed. Все равно перетянул. A bed. Вот так. Так, хорошо. И four. Так, four, да. Так, сейчас не туда. Four. Так, теперь, значит, фразы посмотрим. Если у нас тут какие-нибудь... Ох, тут сколько много... Нет, таких фраз прям нету, чтобы можно было взять и вставить. Поэтому обойдемся пока без фраз. Так, тем не менее, нам нужно будет добавить буквы-звуки. Буквы-звуки. Так, это вот здесь. Вот здесь, наверное. Так. Давай запоминать, какие. Ксе. Ну, два здесь. Ксе, Ф, Джи и М. Ксе. Ксе. Джи. Еще раз. Джи. Нет такого. Это два. Джи, это два звука. Джи. 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 Так. Потом F. 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 Нет такого звука. F. F. Это буква есть. F. Так. И... М. Да? Да. Я проверим. X, да. F, X, F, G и M. Теперь слова. Так, у нас долгое. For, a box, a fox, a bat, a jam. Да, правильно. Вспомнишь ты, нет? A box. Так. Так. A fox.
А, я же там решил такую-другую немножко букву писать, фокс. Там я уже менять не буду, ладно. Так тоже обозначают. Эбэд. Фо. Опять пропустил одно слово. Фо в конце будет. Ну ладно, в общем-то здесь нам разницы нет. Давай сразу разберемся с этой. О, чтобы потом не допечатывать. Так, нет, неправильно я напечатал. Так. Это такие подсказки все я тут включил, чтобы видеть, как транскрипцию. На что нажимать? Вот сюда нажимаем. Вот это, да? Фо. Долго. О. Так, еще одно слово. Фокс. Че, разве нет у нас Фокс? Есть. Ты пока думаешь, я вот тут поменяю. Вот мне подсказка. Джем. Джем. Так, значит, чтобы время не терять. Так, все, берем. Теперь сюда вставляем. Letter B or sound B. And letter sound M. Letter E. Letter sound E. 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 Sound E. Хорошо. Хорошо. Letter U. Letter U. С тем звуком на самом деле letter очень U. Большинство мучаются. Не знаю, как его правильно произнести. Letter F. A cap. A, letter A, a cap, sound E, one, a bed, a red, letter X, letter R, sound R, letter X, one, sound E. Не-не-не, ты перетянул. Двух точек же здесь же нету. О. О. Sound G. A bit. Sound B. Letter R. А. Letter A. Letter R. Sound O. Letter E. L. I. Letter I. Sound A. Letter O. A hen. Sound K. A head. Hat. A hat. A dog. О, перетянул. A dog. A dog. Letter O. Sound A. A bed. Тоже bed тянешь. A bed. A bed. A bed. Letter G. Letter M. A box. Sound E. Sound E. 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 Letter M. Sound Так, пока нормально. Да, у тебя есть какие-то еще ошибки, но мы можем двигаться вперед. Так, давай-ка вот это упражнение сделаем. I see one bed and one red bed. One red. I see one bed and one red. Нет. Вот это не bed, это...
Bad. Bed. 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 Mm-hmm. I see one bed. I see one bed and one rat. Mm-hmm. Так. I see one jam and one cup. I see one hat and one box. А вот это вот. I see one cap and one box. Так, здесь три вещи. Ты должен сказать, I see one box. I see one box and... Нет. I see one box. One. Hat. Hat and one cup. Cap. Это вот здесь чашка, вот она, да? Вот cap. Это, так, cap. Еще раз. Cap. Все вместе. I see one box. One cup and one hat. I see one box and Нет. Поспешишь box. Людей насмешишь. Здесь не надо торопиться. Лучше, знаешь, собраться, сделать все как положено, и все, и готово. А то ты раз за разом ошибаешься, ты пытаешься сделать быстро. Да, но видишь, а в итоге мы стоим на месте. Мы никуда не движемся. I see one box, one hat. And one cap. Вот, теперь все нормально. Видишь, если постараться, то все получается окей. Так, значит, это у нас. А вообще, до какого мы урока дошли? Мы до пятого доходили. Пятый мы уже проходили, да. Включительно. То есть сегодня у нас будет шестой новый. Да? Угу. Хорошо. Так, KLSV. Проверим. Так. Ки. Так, сейчас я дойду до букв, хорошо? Угу. Так. К. Не знаю я такую букву. К. Вот, такую знаю. К. К. Ви была, да. С. С и. Л. Л. Так, сейчас, секунду, мне уже, сейчас, где-то. Так, теперь добавляем слова. О, тут у нас еще будут фразы. Нет, фразы я потом добавлю. Так. Five. Так, а слова. Угу. Five, a star, a was, a kitten и a lamp. Угу. Так. Five. A star, a kitten, a lamp. Близко. Lamp. Да, теперь ты в другую сторону. Знаешь, между А и Э. Lamp. Lamp. Да, lamp это... Северо-британский вариант. Северо-английский. Так на севере Англии говорит ламп. 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 И
Evaz. 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 Так. Фразы мы решили пока не добавлять. Звуки добавим. Пу-пу-пу. К, Л, С, В. Очень просто. К. К. С. Опа. К, С, Л, В. И В. Угу. Так. Транскрипцию слов. Так. Five. A star. A vase. A kitten. A lamp. A star. Так. Где у нас это долгое А? Вон оно. Так, это вот это, да? A star. A kitten. A lamp. A lamp. A lamp. A vase. Ну, видишь, память уже лучше начинает работать. A vase. Так? And a kitten, a car, a cap, sound N, a lamp, letter V, four, sound D, sound... Не-не-не, jam. A jam. И ты тянешь. Jam. Jam. Letter H. A bed. Letter E. Это звук. Смотри, здесь же у нас sound. Есть. Sound. E. Вот так. A bat and a rat. A bat. A bat and a rat. Letter K. K. Letter K. Four. A dog. Letter T. A hen. A cat and a rat. Ты сказал cat, а должно быть cat. A cat and a rat. Только не тяни. A cat and a rat. A cat and a rat. Letter G. Так. Ой, sound. Да. G. Запоминай. Квадратные скобки. Это звук. И, кстати, sound G. Что ты, sound G. Пропустил тот момент. Sound. Th. Sound. Th. Язык между зубами, кончик языка. Ф. С. 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 Ну так. A red. Letter U. 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 A kitten. A kitten. A gun. A hat. A hat and a cap. Letter P. A star. Letter sound E. Letter F. A vase. A red. Sound P. Letter O. Sound E. 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 Letter G. A kitten. Letter L. A bed. Bed. A bed. Sound N. 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 Letter sound F. Letter N. N.
N. It was sound L. Sound M. 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 A bat. A bat. A bat. Letter V. A cat and a rat. Так, достаточно. Переходим к следующему уроку. Но для начала мы должны описать картинки, да? Угу. Ну, здесь у тебя есть подсказка. Убрать я не могу. I see one dog and one cat. Так. I see one cat and two rats. I see one cat and two rats. Нет, все равно неправильно. Вспоминай. I see one cat and two rats. Так, вот смотри, вот я здесь такое правило напишу. Во множественном числе что во множественном числе? Звуки. Добавляется. Добавляется. Звук. Окончание. Окончание. Какое? З. Нет, С. Оно может звучать как З и как С. Да? Угу. Поэтому мы здесь добавим. Которое может звучать как. Ну, вот здесь. З и как С. Да? Угу. Так. I see one cat and two rats. Хорошо. I see one box and three lamps. Three lamps. I see one was and was z там в конце. I see one was and five cups. Пойдет. Five which нужно было позвонче. Five. Ну ты передержал, переартикулировал, но ничего страшного. В нормальном общении такого все равно происходить не будет. А здесь в упражнениях это необходимо. I see one box and four cups. Hats. Hats. And four hats. And four hats. Так, ну что ж, теперь у нас шестой урок. Letter Q. Letter Q. Letter W. Letter W. Letter Y. Letter Y. Letter Z. Letter Z. Еще раз вместе со мной. Letter Q. Letter Q. Letter W. Letter W. Letter Y. Letter Y. Letter Z. Letter Z. А теперь сам попробуй. Letter Q. Letter W. Letter U. Y. Letter Z. 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 Еще раз. Letter Q. Letter W. Letter Y. Letter Z. Z. Хорошо. Теперь слова. A squirrel. A squirrel. A wolf. A wolf. Нет. Не в, ф. Вулф. Вулф. A zebra. A zebra. A boy. A boy. Еще раз со мной. A squirrel. A squirrel.
A wolf. A wolf. A zebra. A zebra. A boy. A boy. А теперь сам. A squirrel. Squirrel. A squirrel. A fox. A wolf. Wolf. A wolf. A zebra. A boy. Так, здесь у нас есть теперь слова и фразы. Это чуть попозже. Отработаем мы сейчас, а в упражнение добавим позже. Так, значит, a wolf and a squirrel. A wolf and a squirrel. A squirrel and a fox. A squirrel and a fox. A zebra and a wolf. A zebra and a wolf. A boy and a gun. A boy and a gun. A fox and a hen. A fox and a hen. A wolf and a fox. A wolf and a fox. A lamp, a vase and a cup. A vase. Нет. A lamp. Не спеши. A lamp. A vase and a cup. 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 A hat and a cap. A hat and a cap. A bat and a squirrel. A bat and a squirrel. A boy and a cap. A boy and a cap. One. One. Two. Two. Three. Не торопись. Ты слушай, как я произношу и повторяй за мной. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Two kittens. Three boys. Four boxes. Two kittens. Вот здесь «з», потому что kittens. У нас звонкий согласный «не». После звонких согласных окончание «с» звучит как «з». Two kittens. Two kittens. Three boys. Four boxes. Boxes. Да. Если слово заканчивается на свистящий, щипящий звук, как, например, box, свистящий, то окончание будет не s, а es. И звучит это окончание как is. Повтори, is. Is. Ну, у тебя совсем как и, а оно вот такое is. Между и и э. Is. 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 Да. Boxes. Boxes. Ты чуть-чуть тянешь и. Boxes. 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 Это уже лучше. Так. Let us cue you. Let us cue you. Sound square. Sound square. Не, не square. Я имел в виду sounds, звуки. Здесь два sounds. Звука. Sounds. Кве. Кве. Letter Z. Letter Z. Sound Z. Sound Z. Six. 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 Так, я не вижу собственный курсор. Так, я должен тебе... А ты видишь мой курсор? Да. Так. A boy. A boy. A boy. A boy. A wolf. A wolf. A wolf. A wolf. A zebra. A zebra. A zebra. A zebra. Да, мы вот здесь в транскрипции видим зебра. Зебра это американский, по-моему. Лориан, давай проверим. Так, куда я должен нажать? Сюда, по-моему. Ага. Сейчас откроется словарь. Так, я его вчера настраивал. Да, вроде бы настроился. Значит, смотри, зебра. Так, мы вот видим здесь два варианта. Зебра и зебра. Так, ну, здесь не указано, где американский, а где английский вариант, да? Открываем словарь Longman. Так, у нас здесь есть зебра, зебра. Зебра. Зебра, британский вариант. Ну, зебра. Зебра. Это у нас американский вариант. Зебра. А вот, вот здесь видно, вот она. Зебра. То есть здесь британский не указывается. По умолчанию, значит, британский вариант. А вот здесь North American English. Это... Зебра. Зебра. Американский zebra. Вариант. Да, мы учим британский вариант, поэтому у нас зебра. Зебра. Угу. Почти как по-русски. Да. A squirrel. A squirrel.
A squirrel. A squirrel. Two. 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 Так, сделаем вот эти вот упражнения. I see five stars. Множественное число. Stars. Это гласный звук, после гласного звука тоже z окончание. Не с, а z звучит. Stars. Stars. Угу. Так, вот эта картинка. I see six cups. О, подсказки вылезли. Так, ну ладно, хорошо, что подсказка на таком простом моменте, да? Говори. I see one bed. 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 Так. I see three. Ты про белки или про... Про свиней. Ага. Three pigs. Так, хорошо. I see four squirrels. А здесь л, звонкий. Squirrels. Нет, звонкий, л звонкий, значит з. Squirrels. Squirrels. Так, хорошо. Теперь давай сделаем упражнение. Упражнение у нас сегодня будет отдельно на вот этот урок. Не все, а только вот эти. Хорошо, для этого нам нужно что? Нам для этого надо вот этот вот скопировать и по такому же шаблону создать новый. Так, вот так сделаем. Так, теперь, значит, мы убираем отсюда все лишнее. Буквы какие у нас там были, помнишь? Угу. Какие? Помню, было... G. Ладно, давай, не будем гадать. Q. Q. W. Y. Z. Q. Q. W. Y. Z. Угу. Так, вот это уберем. Так, теперь слова. Так, вспомнишь, какие у нас были слова? A squirrel. A squirrel. Так. A wolf. 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 Так. A zebra. A boy. Так, собирайся. Значит, дома готовишь шестой урок. Uh-huh. А я как раз до шестого вчера был. Uh-huh. Прослушал. Значит, повторяешь? Uh-huh.